Биржевой лидер, ссылаясь на некоторые средства массовой информации, сообщил о том, что Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер анонсировал предстоящие переговоры украинского и российского президентов Петра Порошенко и Владимира Путина, посвященных газовой тематике. По словам еврокомиссара, на посвященных таких переговоров возможно достижение компромиссного решения по цене российского газа для Украины, которое вызывает длительную серьезную полемику между сторонами. Однако позднее стало известно, что СМИ просто не совсем правильно трактовали слова Эттингера. По информации Радио Свобода, в ближайшее время встречи Порошенко и Путина не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Российская сторона не получала никаких приглашений на встречи или переговоры, заявил президентский спикер. Песков также отметил, что он намерен выяснить, что имел в виду еврокомиссар Эттингер, когда заявил, что формат газовых переговоров будет проходить на уровне президентов Украины и России. Кроме того, Песков также считает, что Украина и Россия готовы пойти на взаимные уступки в газовых переговорах. Немного позднее стала известна реакция Евросоюза на вышеупомянутую информацию. По словам официального представителя руководящего органа ЕС, Эттингер, со ссылкой на которого сообщалось о предстоящих переговорах на президентском уровне, на самом деле имел в виду, что в самом ЕС имеется понимание того, насколько необходимы подобные переговоры. Как сообщил еврокомиссар, имел в виду наше понимание того, что будут контакты высокого политического уровня. Кроме того, он порекомендовал более конкретную информацию о переговорах узнавать в соответствующих органах власти Украины и России.